Однажды, читая Священное Писание в книге пророка Малахии, в Библии, в 3 главе 3 стиха, женщина остановилась на прочитанной строчке, где сказано о Боге, и сядет переплавлять и очищать серебро. И тут она решила сходить к ювелиру. Когда она подошла в ювелирную мастерскую, она увидела, как переплавляет ювелир серебряные и золотые изделия. Сначала он брал какой-то грязный комочек, разогревал его, и получался замечательный, блестящий, такой каплевидный слиток. И тогда эта женщина спросила ювелира: «А до какой поры вы держите огонь, направляя на золото? И когда вы знаете, что уже пора этот огонь от него отставлять?» Тогда ювелир посмотрел на эту женщину и сказал: «Тогда, когда я увижу в этом очистившемся золоте свое изображение». Вот так и каждый из нас иногда бывает испытан и скорбью, и болезнью. До какой поры? Пока Бог увидит в нас свое изображение.